Ну а пока в регионах ждут денег для ремонта дорог, тернопольские дорожники уже латают дыры. Оперативно и самоотверженно, несмотря на погоду. Местное отделение «Автомайдана» выложило в сеть видео, где работники предприятия «Горпутьремстрой» уверенно кладут свежий асфальт прямо в воду, а потом все это тщательно утрамбовывают катками. Сколько денег город выложил за такой ремонт, пока неизвестно, как неясно, и кто будет отвечать за качество этого покрытия, когда оно уползет.